Так, стоп, стартнул. Ну что, продолжаем. Мы получаем несанкционированную передачу. Сколько там миссий всего остается? Сульнара. Это Керриган. Ну и чего? А что там написано? Погодите-ка, ребят, дайте-ка. Мы уже... Я заново сейчас запущу все, что-то я пропустил, все нахрен. Пока тут отсворачивался. Кликнувшись на все, на сигнал Керриган. Так, тиран просто спрыгнул к руляру. Поехали. Мы уже давно ждем в этом проклятом месте. Если бы королева Клинков хотела говорить, она уже была бы здесь. Она не обманет, Селендис. Если она сказала, что это важно, лучше ей поверить. Я не привыкла оказывать предателям такую честь, командир. Маловато веры для тамплиера. Артанис. Джим. Что происходит, Сара? Зачем ты собрала нас здесь? Амон жив. Его ненависть терзает пустоту. И он хочет вернуться. Даже сейчас. Я слышу голос. Это снова козни нашего врага. Это не его голос. Там есть кто-то еще. Его наполняет отчаяние. Он страдает. Но в нем нет зла. Мощь Амуна растет. Мы можем не дожить до его возвращения. Но оно неизбежно. И что же ты предлагаешь, Кейс? В Ульнаре есть врата в пустоту. Я собираюсь пройти через них и уничтожить падшего раз и навсегда. Но мне нужна помощь. Сара права. Нравится нам или нет, покончить с этим – наша обязанность. Че, еще компания будет? Я не понимаю, смысл? Этот день настанет. Мы с тобой, Керриган. Я не вижу смысла, как бы... Еще не конец, что ли, типа? Не понимаю. Конец однозначный, чтобы был какой-нибудь, нет, нужно что-то крутить. Наш план летит к чертям со скоростью света. Эти тени буквально рвут корабли на части. Так нам долго не продержаться. Голос звучит откуда-то спереди. Мы должны его найти.
Я пошлю отряд на разведку. Ну да. С другой стороны, да. Добивать надо. Я сердце тьмы. Твои воины близки к цели, Артанис. Я чувствую это. Надо отыскать источник миазмов и уничтожить его. Иначе те немедленно поглотят моих воинов. Тамплиеры, разите без промаха. Слуги Амуна выходят из этого разлома. Уничтожьте его. Идите, очистите миазмы. Я узнаю этот голос. Это Тассадар, мой бывший. Я призвал вас во времена великой нужды, и вы пришли в этот мир. Здесь меня держат в плену. Освободите меня от его оков. Чьих оков? Королева клинков. Какой приятный сюрприз. Нарут, мне казалось, ты мертв. Лишившись тела, мы, Зелнага, возвращаемся в пустоту. Здесь моя жизнь продолжится, а твоя завершится. Ишь, что захотел. Дюран, Дюран. Я сердце тьмы. А что за способности? Тут они рандомно мне самому даны. К базе Джима приближаются войска Наруда. Рой поможет отразить нападение. Мои тамплиеры идут к тебе. Вместе мы одержим победу. Во имя Тассадар. Дерьмовые способности, блин, вообще. Что ты предложишь? Адун Таринас. Вера, победить надо туда идти, короче. Мою базу атакует гигант. Сосредоточьте огонь на этой твари. Мы справились. Рано праздновать победу, друг Рейнар. Скоро Нарут отправит еще одну такую же тварь. Мы должны подготовиться. Мы едим. Я. Прикол. Мои навыки. Так, ясно, там далековато туда идти. Что? Я. Мы едины. Пустота. Я. Гиперион вызывает копье Адуна. Впереди несколько стратегически важных позиций. Нужно попробовать захватить их. Прекрасная идея, адмирал. Очистив их от сил противника, мы подготовим плацдарм для постройки новых баз. Придется нападать на нас. Что ты предложишь? Я. Что ты предложишь?
Отлично. Мои парни организуют здесь линию обороны. На наши зомби напали. Сара, я отправил десант к тебе на передовую. Артанис, ты не хочешь присоединиться? Враг увидит, на что вы способны. Мои навыки. Ожидаю. Мы. Адун Харидас. Так, а надо ли мне землю играть вообще? Ну ладно, будем землю играть, раз начал. Я... Что ты предложишь, пустота? Убейте это существо! Что я... Сердце тьмы... Очень разумно. Мои навыки. Я здесь, среди тебя. Так, чё? Мои навыки. Что ты предпустишь? Отлично, у нас получилось. Мои навыки. Враги осмеливаются. Улучшение завершено. Артанис, освободи меня. Вы же все его слышите? Да, но у меня по-прежнему много вопросов. Ты не можешь сопротивляться вечно, Рейнар. Ты не заслуживаешь права стоять среди богов. Ожидаю приказ. Пустота. Мы едины. Так, сейчас что я. Ты враг познает нашу ярость. Рейнар, мои войска в пути. Командир Протасов, мы ждем поддержки с вашей стороны. Улучшение завершено. Мы пустота. Отлично, территория зачищена. Джим, мы выслали тебе подкрепление. Вижу еще одного гиганта, прикончите его. Знает нашу ярость. Улучшение завершено. Говори. О, стуков тут тусуется, смотрите. Вперед! Сегодня мы покончим с этим мерзавцем. Я не заметил братишку. Харидас. Старого доброго стукова. Враг познает нашу ярость. Я сердце я. На наши зомби напали. Наш пилон атакован.
пустоту. Тебя привел Зерату. Верни мне свободу. Моим. Я. Что-то он как-то загоняет такое ощущение, ну. Так как это. Что-то он как-то некультурно говорит, по-моему, маленько, да? Пустота. Что ты предложишь? Враги осмеливаются нападать на нас. Я здесь, среди теней. Улучшение завершено. Мои навыки. Думаете, Рой ваш союзник? Королева клинков несет лишь страдания. Она враг всего живого. Здесь чисто. Ставьте бункеры. Сара, я послал тебе несколько отрядов на подмогу. Артанис, мы будем премного благодарны, если ты тоже примешь участие. Мои навыки. Ведь я спасал братон, братюнь. Терриган тут щемят всю. Улучшение завершено. А, идет. Вселенское зло. Наш пилон атакован. Гигант пал. Наш пилон атакован. Наш пилон атакован. В этой области не осталось врагов, а наша защита достаточно надежна, чтобы они тут больше не появились. Я здесь, наш вредитель. Я. Что-то я тут натерял всего. Враг познает нашу ярость. Мои навыки. Я. Мы едины. Ты вызывал меня. Навыки. Я. Голод. Мы. Раш. Пустот. Мои навыки. Мы. Я здесь. Среди тени. Враги осмеливаются нападать на нас. Улучшение завершено. Зерна. Слабые разумом и телом. Убогие плоды несовершенного цикла. Все чисто, моя королева. Начинаем выращивать улей. Скоро наши муталиски присоединятся к битве. Слуги, защищайте тиранов! Пусть народ почувствует вашу ярость. Вот так. Пусть горят к чертям. Так, короче, понемножечку проламываем вроде. Пустота холодна. Месторождение минералов истощено.
месторождения минералов. Нарут должен умереть. Нексус мой тут завалил. На наши зомби напали. Враг познает. На наши зомби напали. Я пригодятся тебе. Враг познает нашу ярость. Я пустота. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Так, пойдемте вперед. Враг познает нашу ярость. Это еще не конец. Ваши войска вступили в бой. Мой я. Я. Павшие слов. Адун Таридас. Мы. Мой враг познает. Газовый гейзер иссяк. Месторождение минералов истощено. Враги осмеливаются нападать на нас. Я скован силой Амуна. Я пустота. Так, короче. Что-то я как-то это. Нашу ярость. Я. Что ты предложишь? Время истекает. Продолжать наступление, пока возможно. Мои навыки. И что ты предложишь? Мы едим. Так, мои я что-то навыки. Не могу разорваться. Я здесь. Колоссов не юзаю. Пустота. Мои
Улучшение завершено. Что? Я сердце тьмы. А чё я в натуре не пользуюсь этим? Враги осмеливаются нападать на нас. Мои навыки пригодятся тебе. Мойна. Пусто. Враг познает нашу ярость. Мы едины. Я. Отправляю дополнительный персонал. Наши заводы готовы начать сборку торов для вашей армии. Враг познает. Всем войскам! На фронт тиранов! Сегодня мы покончим с этим. Так. Так держать. Нужно выложиться на все 200. На все 200 без 50 не выложиться, братан. Таких вещей нет. Не знаю, элементарно. Хотя бы. Враг познает нашу Насе, блин. Ты предлог. Да. Враг познает нашу ярость. Вераку. Блин, надо пойти там, где удобнее пройти. Что ты предлог? Мой. Враг познает нашу ярость. Я здесь, среди теней. Охренеть можно. Убейте Гельган, и Рой станет неконтролируемой разрушительной силой. Я Гул. Что ты предложишь? Похоже, Сара угодила в переделку. Ну что, парни, кто хочет стать героем? Тогда я. Пощады не будет. Здесь, среди теней.
Друзья, это была славная битва. Мы должны воспользоваться выигранным временем, чтобы захватить больше территории. Что-то их все... Короче, понятно. У вас затмение. Пусто. Враг познает нашу ясность. Марина, что ты при... Иди. Защита пала. Вот и все, Нарут. Ты больше не вернешься. Я здесь, среди теней. А что, все, он больше не вернется? Я... Моя... Почему он больше не вернется? Я... Что ты придумала? Тираны. Лучше бы вы никогда не ступали за пределы своего холодного. Всеми забытого мира. Враг увидит, на что мы способны. Наш пилон атакован. Враг познает нашу ярость. Ваши войска вступили в бой. Я... База атакована. Я здесь, среди теней. Прекрасно. Этот аванпост отлично послужит Рою. Скоро наши ультралистки сокрушат Наруда и его прислужников. Похоже, все выгодные позиции в наших руках. Мы а чё мне базы-то все ломают тогда? Я чуть не понимаю, если позиции все выгодные наш в руках наших. Атакован. Чё это говнище вышло сюда? Если говорится, что он не вернется больше. База атакована. Стены. Враг познает нашу ярость. Рейдеры, уничтожьте этого гиганта. Пригодятся. Друзья, это была славная битва. Мы должны воспользоваться выигранным временем, чтобы захватить больше территории. Я мой тот. Я пустой. Мы едины. Я сен. Я голос затмит. Я здесь, среди теней. Так, время есть, замедло. Нажмите. Еще немного. Еще. Враг познает нашу ярость. Ваши войска вступили в бой. Освободи меня. Рой сломлен, но ваша плоть еще...
Победителю. Пощады не будет. Какая долгая миссия, блин. Я здесь, зритель. Это я долгий просто по ходу дела. Враг познает нашу ярость. Враг познает нашу ярость. Да. Гигант побежден. Мы едины с ним. Я голос затмил. Я здесь, среди теней. Я пустота. Так. Сломали вроде, да? Враг познает нашу ярость. Пустота повинуется воле моего владыки. Скоро вы познаете его истинное величие. Цикл должен начаться заново. Ступали за пределы своего холодного, всеми забытого мира. Так, пойдем завалим этого бобра. Надо продолжать наступление, пока возможно. Я здесь, среди теней. Yeah.
Наши войска вступили в бой. Так, идем сюда. Надо доломать последний этот оплот. Ну это оказалось не очень-то просто сделать даже со щитами чертовыми, блин. Боже мой. Рой сломлен, но ваша плоть еще послужит моему повелителю. Нужно время, чтобы кончилось. Привет всем, ребят. Прохожу эпилог уже, блин. Похоже, надо сегодня все-таки добивать все это дело. Атакована. Пощады не будет. Газовый гейзер иссяк. Охренеть можно, что это было? База атакована. Мы справились. Надо продолжать наступление, пока возможно. Среди теней. Я. Кто-то там справился с этим утырком, блин, в это время. Я здесь, среди теней. Воин пробудился. Что мы? Че мне здесь-то никто помочь не хочет, не знаю. На что мы способны? Далась-то мне эта хрень-то. Хочется ее убить прям. Очень и очень сильно. Короче, я зря вот тут именно сражаюсь. Рейдеры, уничтожьте этого гиганта. Враг увидит, на что вы способны. Сейчас жму помочь Рейнеру, пока эта хд... вся хрень кдешится, блин. Серги, вперед! Сегодня мы покончим с этим мерзавцем. Что ты? Месторождение минералов истощено. Короче, не стал я убивать справа. Дюран, помнишь, что ты со мной сделал? Стукав пришел позлорадствовать на... Нет, сукин ты сын. Пришел пожелать спокойной ночи.
Приди ко мне, Арданис. Это Дассадар, мой наставник. Но как? Учитель, видеть тебя — великая радость. Это лишь облик, которым я являлся к Зератулу, побуждал его к действию. Пророчество, которым следовал Зератул, результат моего влияния на умы примитивных созданий. Ты Зелнага. Ведь это твой зов, я слышала. Кто ты? Урос. Последний хранитель цикла. Враг, что это за шляпа? Он един с пустотой. Она — продолжение его воли и моя тюрьма. Зачем ты призвал нас сюда? Слияние чистоты эссенции и чистоты формы должно продолжаться. Существо по имени Керриган. Ты можешь принять мою эссенцию. Вознесись, как Зелнага. Продолжи бесконечность. Зелнага? Ты хочешь сделать ее одной из вас? Нет, черт побери. Сара! Бля, как Джимми-то не проперло? Только Зелнага может победить падшего. Сара, ты не обязана этого делать. Сколько можно, да? Не позволь снова себя изуродовать. Вместе мы... Нет, Джим, я столько натворила, погубила столько жизней, миров. Мои руки в крови. Я должна смыть ее. Это моя судьба. Джимми подумал, подумал. Похоже, что уж лучше с вискарьком, чем с этим Зелнага не удастся укрыть от нашего врага. Усачом глазастым. Нас ждет тяжелая битва. Надеюсь, ты к ней готов. Так, погнали, ребятки. Так, да что делать? Два часа, так надо добивать. Что тут народу 750? Тени Амуна поглотят. Там долгие все, сколько как, по времени они идут. Керриган, пусть остатки моей эссенции даруют тебе силу. Эта сила столь велика. Используй ее против темных прислужников. Здорово, Зил. Как предыдущее время, ну... Что делать-то? Да. Сара, зачисти область. Тогда мы сможем высадиться и помочь тебе. Я... уничтожу этих гигантов. Твоя королева слушает. Я должна сосредоточиться. Джим,
Тебе придется меня прикрывать, пока все не закончится. Ладно. Я выставил оборону на этих двух точках. Похоже, нам придется бросить на защиту все силы, если мы хотим выбраться отсюда живыми. Что за тиранов надо вызвать? Рой будет защищать свою королеву до конца. Вся мощь перворожденных с тобой. Тогда начнем. Сколько времени-то? Есть таймер какой-то или что там у нас вообще есть-то? Приказы будут! Чтобы выиграть для Сары достаточно времени, нам нужно основательно укрепиться. Надеюсь, вы готовы. Мои воины продержатся так долго, как только смогут. Нашей королеве ничто не должно угрожать. А, вижу, процентос пошел. Блин, а что, на землей отбиваться-то или воздухом, я не понимаю, если честно. Батлкрузера в бою здесь особо-то не выйдешь. Вы пришли, чтобы умереть. Что это, черт подери, было? ОМОН посылает против нас своих слуг. Но если потребуется... Я смогу использовать новую силу, чтобы остановить их. Эйсейн готов. Эйсейн готов. Твоя королева. Говори. Объяснись. Порадуя! Пристройка завершена. Эйсейн готов! Говори громче! То есть вот так вот, да, говорите? Не так, так, ребята, дело не пойдет. А, Керриган, пулять же можно, точно понял. Забыл, что там у тиранов таймбовая вообще есть. Сара, зачисти область. Тогда мы сможем высадиться и помочь тебе. Я... Я должна сосредоточиться. Чтобы выиграть для Сары достаточно времени, нам нужно основательно укрепиться. Надеюсь, вы готовы. Мои воины продержатся так долго, как только смогут. Нашей королеве ничто не должно угрожать. Что стряслось? Высылайте подмогу! Кто на новенького? Эссер! Эйсен готов! Превосходно! Кому навешать? Давай! Вы пришли, чтобы умереть. Что это, черт подери, было? ОМОН посылает против нас своих слуг. Но если потребуется, я смогу использовать новую силу, чтобы остановить их. Прочь с дороги! Кого подлатать? Выкладывай! Йоу! Готов! А! Чего пугаешь? Мулов нет, ничего нету, какая-то хрень. Эй, ЭСМ готов! Говори! Говори! Не поглощает, когда стреляет, так это пусть и лучше, значит, да. Что не поглощает. Готов.
Да, блин, саплай был окнул. А, вот здесь до кошки быстро зато. Мулов нету, где ты мулов увидел? Во что бы то ни стало. Пристройка завершена. ТСМ готов. ТСМ готов. Если я направлю эту силу против войск Амуна, передача эссенции будет приостановлена. Я должна быть осторожной. ТСМ готов. Доктора вызывали? Джим, если ты ничего не сделаешь, Загар и Артанис долго не продержатся. Помоги им. Иначе мне придется применить силу. Кем она станет, закончив превращение в Зелнага? Не забывайте, я тоже когда-то вознесся. Решение завершено. ТСМ готов. База атакована. Давай, удиви пару. Слушаю тебя. ТСМ готов. ТСМ готов. Да. Убить всех. Давай, удиви меня. Вооружен я. Что такое? Короче, надо танки строить, а никаких не мариков сраных, блин. Что происходит? Вооружен я. ТСМ готов. Слушаю тебя. Полный вперед! Кому наверх? Я уже заждался. Говори громче! Сколько можно сидеть без дела? Улучшение завершено. Где воронку делать будем? Говори громче! Грешим готов! Сара, рядом с нами появился гигант пустоты. Думаю, он нацелился на тебя. Так что давай, используй свою силу. Я уже за... Что стряслось? Есть работенка? Вооружен я! Полный вперед! Положись на меня! Да. ТСМ готов. Пристройка завершена. Да что же? Объяснись. Говори. База атакована. Да что же? Кому наверх? Десаплайбл. Они напали на базу с другой стороны. Похоже, эти мерзавцы от нас не отвяжутся. А разве они должны? Упорство – важное качество воина. Да я не об этом. А, неважно. С Зиме с тараканами приходится говорить. Писался с подругой своей в Макругу, блин. Ну, подруга подкинула в рабле, что тут атакована. Говорить. Еще бы! Танк на марше! Говори. Давай. А! Чего пугаешь? Полный вперед! А? Угу. Кому на... Чем порадуя? Говори, куда стрелять? Делаю! Тиран! К нам движется множество врагов! Нужна помощь! Дело!
Улучшение завершено. Твоя королева. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Что там за улучшение? Это столько много завершено. Да. Мне нужны ответы. Всем порадует! Кому? Отъезжаемый! Кругом враги! Блин, газа так мало, просто ужас какой-то. Танк до марша! Еще один гигант пустоты. Позаботься о нем, пока он не нанес слишком много вреда. Твой счет. Еду. Хотя мы не поставить-то ни хрена. Полный вперед! Отдавим их. Да ну, броня-то тут уже явно есть. Кругом враги! Есть это, что происходит? Твоя королева слушает. Улучшение завершено. Да что же? Говори. Да. Брось в дороге! Давай, удиви. Объяснись. Есть работенка. Полный вперед! Выкладывай. Криво планетарку поставил. Черт побери. Амун отправляет на нас огромную армию. Мне понадобится помощь, друг Рейнар. Говори. Я. Да. Мне нужны ответы. Мои поиски продолжаются. Говори. База атакована. Улучшение завершено. Блин. Полный кругом враги! Водишь ты. Вооружен и опасен. Давай, удиви. А? База атакована. Я... Выкладывай. Твоя королева слушает. А ну, а здесь ты что такое? Рейнар, будь осторожен. Амун шлет против тебя огромное войско. Разуми. Говори. Живо. Кого? Я. Короче, я походу здесь заново, да? А чё, всё? Не, тогда пока не надо ничего. База атакована. Кругом враги! Разумеется. База атакована. Моему войску не выстоять, друг Рейнар. Мы вынуждены отступить. Я сделаю, что смогу. Убирайся отсюда. Так, короче, что мне делать, да. Я знаю. Вот так вот надо делать. Там портал какой-то. Лаврик 666 поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Уничтожь газпротосов или зергов и поставь свой. Ну, кстати, хорошая идея, они ж на автомате строят. Слушаю тебя. Сара, зачисти область. Тогда мы сможем высадиться и помочь тебе. Я должна сосредоточиться. Джим,
выиграть для Сары достаточно времени, нам нужно основательно укрепиться. Надеюсь, вы готовы. Мои воины продержатся так долго, как только смогут. Нашей королеве ничто не должно угрожать. Будет сделано. Что стряслось? Я уже... Отдавим их интеллект. Эйсэм готов. Говори. Вы пришли, чтобы умереть. Что это, черт подери, было? ОМОН посылает против нас своих слуг. Но если потребуется, я смогу использовать новую силу, чтобы остановить их. Режим готов. Есть. Вооружен и опасен. Давай, удиви меня. Вас. Режим готов. Высылайте подмогу! Режим готов. Еще бы! Вооружение. Приказы будут? Будет. А? Режим готов. Давай, удиви меня. Давай, удиви меня. Говори. Как вот туда попасть, я чуть не понял. Полный вперед! А, все, уже не соврать, да? Понял. Давай, удиви меня. Приказы будут там? Кому навешать? ЭСМ готов. А? Чего? А? Я уже заждался. Говори, живо. Слушаю тебя. Режим готов. Приказ, я уже заждал. База атакована. Это... Кругом враги! Твоя королева. Режим готов. Танк на марше! Джим, если ты ничего не сделаешь, Загар и Артанис долго не продержатся. Короче, блин. Все, последний раз начинаю. И хорош. Слушаю тебя. Сара, зачисти область. Тогда мы сможем высадиться и помочь тебе. Я уничтожу этих гигантов. Да что ты не уничтожаешь, что-то. Говори, живо. Я должна сосредоточиться. Отдавим их интеллектом. Круто! Вооружен и опасен. Чтобы выиграть для Сары достаточно времени, нам нужно основательно укрепиться. Надеюсь, вы готовы. Мои воины продержатся так долго, как только смогут. Нашей королеве ничто не должно угрожать. Подлатать. Отдавим их интеллектом. Я уже Режим готов. Вооружен и опасен. Приказы будут? Отлично! Вы пришли, чтобы умереть. Что это, черт подери, было? ОМОН посылает против нас своих слуг. Но если потребуется, я смогу использовать новую силу, чтобы остановить их. Я... ЭСМ готов! Я уже... Кому? Давай! Что? Пристройка завершена. ЭСМ готов! Так...
Сэм, давай, удиви меня! Эй, Сэм, готов! Джим, если ты ничего не сделаешь, Загар и Артанис долго не продержатся. Помоги им, иначе мне придется применить силу. Демона станет, закончив превращение. Придется так воин применять ее, хоть так. Не забывайте, я тоже когда-то вознесся. Если я направлю эту силу против войск Амуна, передача эссенции будет приостановлена. Я должна быть осторожной. Мне нужны ответы. Режим готов. Разумеется. Улучшение завершено. Я воронку делать будем! Вперед! Танк на марше! Выкладывай! Режим готов! Выкладывай! Вперед! Пути! База атакована. Что происходит? Ага. Да. Есть ты нападет? Сколько можно сидеть без дел? Кого подлатать? Полный вперед! Куда стрелять? Есть! Танк на марше! Да. Куда стрелять? Что стряслось? Сара, рядом с нами появился гигант пустоты. Думаю, он нацелился на тебя. Так что давай, используй свою силу. Это что было такое? Да. Короче, из-за этой пристройка. База атакована. Я ворон! Вооружен и опасен! Да что же? Разумеется. Нас. Режим готов. Танк на марше! Режим готов. Режим готов. Танк на марше! Они напали на базу с другой стороны. Похоже, эти мерзавцы от нас не отвяжутся. А разве они должны? Упорство — важное качество воина. Да я не об этом. А, неважно. Улучшение завершено. Покатили! Конечно! Говори громче! База атакована. Танк на марше! Ага. Да. Говори громче! Это по мне!
Я — это Рой. Твоя королева слушает. Улучшение завершено. Тиран! К нам движется множество врагов. Нужна помощь. Живо. Мои поиски продолжаются. Так, короче. Кому приказы будут? Я уже заждался. Улучшение завершено. Давай. Чем пора? Прочь с дороги! Говори, живо. Я зашла так далеко. Кругом враги! Дата! Слушаю тебя. Давай, удивись, отдавим! Выкладывай! Что происходит? Вооружен! Приказы будут? Я уже... Полный вперед! Еще один гигант пустоты. Позаботься о нем, пока он не нанес слишком много вреда. Да что же? А? Говори громче! Твоя. Да. Выкладывай. Эй! А! Чего? Кругом враги! База атакована. Твоя королева слушает. Куда стрелять? Положись на меня. Объяснись. Говори, что такое? Говори. Там приказы будут? Полный вперед! Давай, удиви меня! Танк на марше! Так, гас мне, ребята, ваши. Хорош трансфузить. На нас огромную армию. Мне понадобится помощь, друг Рейнор. Кому навешать? Говори, живо. Вооружен и опасен. Объяснись. Мне нужны ответы. Разумеется. А вот приказы будут. Улучшение. Кругом враги. Мощь Уроса течет сквозь меня. Но я пока получила только половину эссенции. Объяснись. Рейнор, будь осторожен. Амун шлет против тебя огромное войско. Так, ты пошек, нет, ни хрена. База атакована. Наши КСМ атакованы. Полный вперед! Наши КСМ атакованы. Объяснись. Кого подлатать? Да, внимание. Турбина работала. Да. Моя королева, нас атакуют гиганты пустоты. А? Танк на марше! Слушаю тебя. Я не ищу легких путей. На нашу королеву напали. Выкладывай. Блин, настроил газов, теперь минералов не хватает. Танк на марше! Пристройка
Завершено. Вечно, не слава богу, блин, а? Положись на меня! Да что же? Вести Лука! Пути! Говори. Режим готов. Танк на марше! Да. Выкладывай. Полный вперед! Режим готов. Режим готов. На Загару и Артаниса скоро нападут. Защити их, Джин. Ей нельзя доверить силу Зелнага. Вы сами знаете это. Говори, живо. Я — это Рой. Танк на марше! Говори! Кругом враги! База атакована. Ипса. Улучшение? Кругом враги! Я не продержусь в одиночку. База атакована. Даша! Говори, живо! Полный вперед! Улучшение завершено. Куда лететь? Слышим? Что? Так. Выкладывай. Понял. Гиганты продолжают появляться. От них надо избавиться. Да что ж, говори, живо. Слушаю тебя. База атакована. А! Чего пугай? Уйди. Что происходит? Танк на марше! Прием. Стволы, слышим, отлично, да. База атакована. Режим готов. Да. Что такое? Куда стрелять? Это по мне! Положи! Режим готов. Все кругом враги! Сейчас. Говори громче! Да что же? Я вору... Чем порадуй? Слушаю тебя. Войска Амуна нападают со всех сторон. Ты обязан отбить атаку. Ты помогаешь монстру, убившему бесчетное множество твоих сородичей. Хватит, наслушался уже. Не отвлекайся, друг мой. Легко. Слушай. Еду. База атакована. Я зашла так далеко. Сейчас. Так. Еще наши КСМ атакованы. Кругом враги! Сейчас самое время. База атакована. Выкладывай. Улучшение завершено. Слушаю тебя. Объясни. Есть работенка. Готов.
Даешь разбой. Режим готов. Говори, живо. Сейчас самое время. Куда? Кого подлатать? Весь космос будто в моих руках. Прекрасно. Так это космос. Наша рестройка атакована. Нападения гигантов продолжаются. ТСМ готов. База атакована. Кругом враги! Не кричи! Yes. Сколько можно сидеть без дела? Керриган получает много урона. Да не гоните немного, блин. Выкладывай. Говори, Крот, выкладывай. Полный ход. Говори. Слышим мы, Адель? Да. Фух, что-то тяжко как-то. Я. Да. Уменьшение завершено. А, чего пугаешь? Слышим? Да что? Да. Тварь. Говори, живо. Не, ну тут все походу закончил. Да. Хотя еще. В конце-то самая шляпа начинается. Может быть, еще что-нибудь и будет интересного. Да. Что стрясло? А! Чего пугаешь? Да. Кого подлатать? Есть работенка, а? Ага. Не слышим? Что происходит? Выкладывай. Еду. Ну да, конечно. Полный вперед! Да. Блин, короче, укутало. Подтверждаю. Легко. Не надо нахрен. Наши КСМ атакованы. База атакована. Куда? Слышим мы? Да. Поняла. Прием. Не кричи. Куда лететь? Да. Легко. Война на базе. Готовьтесь. Амун отправил против нас все свои войска. Слышим мы? Отлично. Говори. Не кричи! Куда лететь? Поняла. Вся внимание. Да. Вся внимание. Да. Не кричи. Твой. Куда лететь? Слышим мы? База атакована. На помощь! На помощь! Слушай. Положись! Наши да КСМ атакованы. Прекрасно. Слушай. База атакована. Отличное. Улучшение завершено. База атакована. Кругом враги! Да.
Так, ну что, здесь прошел. Короче, тут уже все понятно. База атакована. Все живые, здоровые. Опять гиганты. Уничтожь их, пока не поздно. Слушаю тебя. 100%. Готово. Я впитала почти всю эссенцию Зелмага. Для меня было честью служить тебе, моя королева. Рой теперь твой, Загара. Помни мои уроки. Да. Время пришло. Чё за, блин? С исходом нашей эссенции грядет новая эра. Бесконечный цикл подошел к завершению. Зелнага. Я буду помнить каждый миг с тобой. Покончу с этим. Раз и навсегда. Джонтик, Джонтик. Какой-то Джонтик и Джонтик просто. Я уже сонный такой. Гэ, тут короче. Все ачивки заработал. Ну чё, пора? Я вижу сквозь потоки времени и пространства. Все пути вели к этому моменту. Не, ну сегодня уже смысла нет закругляться. Пора завершать цикл. Но Вселенная точно ни в чем не виновата. Пришло время покончить с этим. Только на моем канале может завершиться бесконечный цикл. Поехали. Конкретно она бомбит, конечно. Так что, ребят, подписываемся на премиум, отключаем отблоки, поддерживаем мой канал. Я и раньше сражался с Зелнага и убивал их. Подобных мне ты еще не встречал. Сара, мы с Артанисом на позициях.
и мы никуда не уйдем, даже не проси. Ну так что, каков план? Амун укрылся за энергетическим барьером. Кристаллы пустоты делают его практически неуязвимым. Но в них же его слабость. Когда кристаллы отдаляются от Амуна для перезарядки, их можно уничтожить. В одиночку нам их не разрушить. Здесь его сила слишком велика. За кого здесь играют или за всех? Вы еще моей силы не видели. Мы разрушим барьер. А потом я покончу с этим. Хороший план для последнего свидания, милая. Выдвигаемся. Джим там что-то затеял. За зергов я еще, оказывается. Говори. Опа, управлять Керриган можно. Космическая ярость. Квантовый луч. Кристаллы пустоты вращаются вокруг Амуна, создавая защитный барьер. Высшей точки своей орбиты они поднимаются над поверхностью. Тогда их и можно уничтожить. Близец, смерть, говори. Передо мной раскрыт. Создание Амуна. В пустоте сила его очень велика. Он будет постоянно атаковать нас. 75 руки. Ну, в первом старенький мультитаск был, блин, они. Скоро мы сможем атаковать первый кристалл. Мои воины готовы вступить в бой. Близится ног. Я вижу. Посмотрим, что я смогу сделать с кристаллами с помощью открывшейся силы. Небесное сияние исцелит мои раны. Хара. Кто меня там бьет-то, я не понимаю. Начинается последняя битва. Говори. Передам. Все, кран, ты кристаллу. Что тебе нужно? Я вижу. Первый кристалл разрушен. Барьер слабеет. Наши рабочие атакованы. Моя судьба теперь. Блин. Поэтому не убивай. Что тебе нужно? Так, где там крест? Я вижу. Тут нарисовался кристалл. Мои ребята о нем позаботятся. Что тебе нужно? Какие ребята, братиш? Близец. Тут бы, блин, ноги вам нанести бы, блин. Атакует улей. Наши войска
стороны. Что тебе? Говори. Моя судьба теперь ясна. Враг атакует улей. Наши войска атакованы. Начинается последняя битва. Там Керриган какой-то, я понимаю. Так, люры надо поднастроить, походу. Черт, плохи дела. У нас тут под ногами земля трясется. Будь я проклят. Амун только что вырвал землю прямо из-под моего командного центра. И как мы должны с этим сражаться? Черт, убери Джимми, Джимми, не писай. Если мы хотим выжить, придется построить несколько баз. Со временем он доберется до всех нас. Пусть нападает. Рой к этому готов. Следующий кристалл уже близко. Высылаю войска на перехват. Наши войска атакованы. Смерть Амун. Сейчас пойдем. Передо мной раскрылась бесконечность. Эволюция завершена. Понял, вас лезете, телепортируемся. Это прикольно. Значит, надо делать королев срочно. Снова рядом с нами. Рейдеры, давайте уничтожим его. Моя судьба теперь ясна. Что тебе нужно? Кристаллы не спасут тебя, Амон. Что тебе нужно? Месторождение минералов выработано. Наши войска
пустоты приближается к моему Нексусу. Мои воины уже в пути. Я вижу. Смерть. Месторождение минералов выработано. Я вижу. Близится месторождение. Замечена сейсмическая активность. Похоже, Амун решил напасть на мой Нексус. Смотрите-ка, Амун-то бычок еще тот, как что я посмотрю. Тебе нужно? Керриган, будь начеку. В следующий раз Амун наверняка нападет на твой улей. Блин, ресурсы-то я зря так растрачиваю, меня будет не убить потом. Что тебе? Я вижу. Моя судьба теперь. Говори. Смерть. Что? Я чувствую, что Амун переключил внимание на Рой. Мы должны эвакуироваться, пока он не ударил. Открылась бесконечность. Наши войска атакованы. Так, опасно. А чё, кристаллов все больше и больше, я чуть не понимаю. Их меньше только что недавно вроде было. Что тебе нужно? Или их всеми должно Смерть. Быть? Смерть. Блин, надо раньше было мне уничтожать и просто и все. Я вижу множество вселенных. Улучшение завершено. Что? Улучшение завершено. Моя судьба теперь ясна. Наши войска атакованы. Говори, что тебе нужно? Передо мной раскрылась бесконечность. Я вижу множество вселенных. И от наши войска атакованы. Моя... Наши войска атакованы. Моя... Моя судьба теперь ясна. Я вижу множество вселенных. Наши войска атакованы. Что тебе? Близко.
всем покинуть базу. Тут сейчас все обрушится. Смерть, Амун. Я вижу множество. Погнали, Протосом-то немножечко хлопанем. Наши войска атакованы. Что? Что? Бесконечность. Смерть Амуна близко. Ему-то, а? Ну, уродили, блин, а? Я вижу. Наши войска атакованы. Да. Амун готовится ударить по моему Нексусу. Будь осторожна, Керриган. Твой улей наверняка следующий. Что тебе нужно? Передо мной раскрылась смерть. Моя судьба теперь. Наши войска атакованы.
говори. Пять. Передо мной раскрылась. Я вижу. Говори. Так, шляпа что? Куда-то это полетела, блин. Моя. За это я заставлю твоих союзников страдать. Моя судьба теперь ясна. Да, Джиму пофиг. Амун атакует мой улей. Бегите, слуги! Атакованный. Наши рабочие атакованы. Моя судьба. Наши войска атакованы. Как и ты, я стал таким не по своей воле. Я потерял все, что меня окружало. Передо мной враг атакует улей. Моя земля. Блин, вот шляпа-то. Атакованный. Что-то дело плохо, похоже, да? Да будет так. Наши войска атакованы. Враг атакует улей. Месторождение минералов выработано. Мать. Ну и как мне вообще? Я проиграл. Наши войска атакованы. Нельзя медлить. Что тебе нужно? Не, что-то здесь беда, короче. Опа, что за ешка, кстати? Ну-ка, я не обратил. Оценка ресурса прочная. Че это загрузилось-то, я чуть не понял. Ну. Что тебе нужно?
Амун атакует мой улей. Бегите, слуги! Наши войска атакованы. Стал таким не по своей воле. Я потерял все, что меня окружало. Вижу. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Месторождение наши войска атакованы. Начинается последняя битва. Что? Наши войска. Долбанный кристалл. Атакованы. Наши войска атакованы. Месторождение минералов. Да ну ни хрена он, короче, мне ударил, урод, блин. Скоро ешка-то там краят ударит. Месторождение минералов выработано. Наши войска атакованы. Мой командный центр вот-вот будет уничтожен. Сара, у нас кончается время. Минералов выработано. Нет. Нет, нет. Так дело не пойдет, ребята. Надо Ешку юзать и сразу туда щемиться, короче. Так а тиранов потерял, их со временем же, походу, теряешь, как бы. Их все равно спасти невозможно, насколько я понимаю. Амун атакует мой улей. Бегите, слуги! Что тебе нужно? Наши войска атакованы. Наши рабочие атакованы. Наши войска атакованы. Я стал таким не по своей воле. Я потерял все, что меня окружало. Наши войска атакованы. Во вселенных. Я не подведу. Я вижу. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Месторождение минералов. Не-не, никаких 60 секунд.
Что-то, ну... На, юниты сожрали. Ну, юниты так юниты. Амун атакует мой улей. Бегите, слуги! Она близка. Я... Наши войска атакованы. Короче, так вот поступим просто и все. И не будем голову морочить. Я уже все понял, что тут надо делать. К моему нексусу. Мои воины уже в пути. Месторождение минералов выработано. Да. Замечена сейсмическая активность. Похоже, Амун решил напасть на мой нексус. Я не подведу. Керриган, будь начеку. В следующий раз Амун наверняка нападет на твой улей. Я чувствую, что Амун переключил внимание на Рой. Мы должны эвакуироваться, пока он не ударил. Уже в пути. Улучшение завершено. Говорю. Наши войска атакованы. Атакую врага. Говори. Моя судьба теперь. Что? Наши войска атакованы.
Атакую врага. Говори. Сейчас как вдарю. Я вижу смерть. Что тебе нужно? Я вижу. Да будь говорить. Наши войска атакованы. Говори, моя. Кинуть базу. Тут сейчас все обрушится. Вижу множество вселенных. Что? Мои. Я вижу. Говори. Передо мной раскрыт. Так, юниты. Наши войска атакованы. Я наши войска атакованы. Наши рабочие атакованы. Что тебе говори? Мои. Опять провтыкал, блин. Чётенько. Что? Мать. Амун готовится ударить по моему Нексусу. Будь осторожна, Керриган. Твой Улей наверняка следующий. Амун. Ты слабеешь. Говори. Наши войска атакованы.
хорош поливать меня там грязью. Наши войска атакованы. Да будет моя судьба. Фига там грейды 6. Не слабо как бы, да? Я вижу. Наши войска атакованы. Шамон, близится твой конец. Я вижу. Так, так, вот сохранимся на всякий случай. Я стал таким не по своей воле. Я потерял все, что меня окружало. Да. Передо мной раскрыт. Что тебе нужно? Месторождение минералов. Улучшение завершено. Да что за бибигун-то, я не понимаю. Передо мной раскрыт. Что тебе нужно? Так, короче, что-то тут не то. Раскрылась.
Так, не так дело вообще не пойдет. Я вижу. Тот. Передо мной раскрылось. Наши войска атакованы. Месторождение минералов выработано. Наше преимущество. Наши войска атакованы. Передо мной раскрыл. Враг атакует улей. Что тебе нужно? Так, где тут? А что тут у нас? Это сколько минут? А это сколько минут? Вот. Вот. Да, вижу, что не просто Амуна победить. Блин. Что тебе нужно? Передо мной. Наши войска атакованы. Моя судьба теперь весна. Амун атакует мой улей. Бегите, слуги! Наши войска атакованы. Что тебе нужно? Сейчас Ешку надо главное юзануть правильно. Моя судьба теперь ясна. Амуна близко. Наши войска
Амун атакует мой улей. Бегите, слуги! Хрена себе. Атакованный. Май. Смерть. Так, нет, вот отсюда давай. Сейчас загружусь. Все, нахер понял, откуда надо сверху выйти. Тирану помочь на ту сторону идти. Моя судьба. Что? Пользователь Госа активировал премиум на ваш канал. Не, ну это шляпа, ё-моё. Сейчас, ладно. Тут тиранов надо, в принципе, беречь больше всего, потому что просто какие-то мёртвые. Вот, а тиранов там вообще жестко. А, Е забываю. Ну вот это да, кстати, сонный уже стал. Что? Я вижу. Смерть Амуна. Наши войска атакованы. Смерть Амуна. Наши войска. Амун атакует мой улей. Бегите, слуги! Атакованный.
Атакую врага. Как ты, я стал таким не по своей воле. Я потерял все, что меня окружало. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Передо смерть. Наши войска атакованы. Враг. Месторождение минералов выработано. Наши войска атакованы. Близец. Близится тьме. Печально. Да, блин. Кстати, а бруды вот эту хрень летучую не бьют случайно? У них же дэмэдж-то побольше, надо протестить. Как ты, я стал таким не по своей воле. Я потерял все. Гося поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Немного рэпчика «Мой район» — это бетонные плиты, уставшие лифты, темные лабиринты. Вокруг лютые лица, менты и бандиты. Но я вернулся домой и уснул как. Ой, не тот сейф. Тяжкая, блин, миссия. Ну тут на... Я понял вначале, как бы тут надо было грейды по земле сделать и уже мутку сразу. То есть и грейды у меня 2-2, мутка-то, ё-моё, это же вообще дичь какая-то. Множество вселенных. Я вижу... Атакованный.
блин, вот этого допускать нельзя ни в коем случае. Что за хрень-то, блин? Происходит. Люру надо отдать, она лишний лимит занимает. Плюс 3 заказать. Я вижу. Говори. Наши войска атакованы. Блин. Мои заказать. Наши войска. Это пачками дохнет, я не понимаю, блин. Наши войска атакованы. Дерьмом каким-то их поливают. Не понимаю, куда что идти-то вообще. Амуна близка. Полетите, да ё-моё, блин, ну как вот не до контроля такой. Я стал таким не по своей воле.
Я потерял все, что меня окружало. Близ. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Месторождение минералов выработано. Моя судьба. Ну что, опять сказка, или в этот раз побыстрее будем убивать? Передо мной раскрылась бесконечность. Чувствуешь, Амон? Конец. Месторождение минералов выработано. Я знаю, кто ты на самом деле, Керриган. Ты не герой света. Ты... Все, короче, я пошел на пролом. Мой командный центр вот-вот будет уничтожен. Сара, у нас кончается время. Поздравляю всех, что могу сказать. Все кончено, Амур. Это сонность уже, но упорство, как у воина, как Загар рассказал. Всю твою жизнь тобой манипулировали. Ты ничего обо мне не знаешь. И мне нет дела ни до вечного цикла Зелнага. Не до твоей мерзкой лжи. Я выбираю свободу. Свободу для всех нас. Завоюем умы и сердца, как вы всегда и говорили.
Знаешь, Мэтт, когда-нибудь ты сам будешь командовать этой горсткой изгоев. Это сделка с дьяволом, Джимми. Ее жизнь будет в твоих руках. Как насчет убраться отсюда, ковбой? Черт, давно пора. Ну, типа, белка, либо забрали его, может, туда, с Ксилнага. Короче, толдари мы что-то ни хрена так и не это. Все. Что за аномальное восстановление жизни, интересно? Ну, короче, походу они будут опять какие-то компании делать. Толдаримы там не мирятся ни хрена, эти там что-то кипишат все. Про протосов вообще ничего не сказали. Погодите, про Артаниса что-нибудь вообще сказали? Вот. На самом деле, я бы сказал, прикольно, если бы не, ну, вот как-то все-таки просто зерги, тираны, вот, мне кажется, что круче развивать, ну, это, мне кажется, линию было бы, чтобы чисто эти расы, пусть бы там Зелнага где-то хрен знает, ну, вот эти, когда бог, он как бы создатель, он, ну, он недостижим, как бы, и... По сути дела, как это все нарисовать, так а здесь какие-то усатые самы космические размером просто с чуть ли не планету, блин. Ну вот, как-то все это, вот это вот, мне кажется, не очень. Не знаю, короче. Ну, главное, что победили самов мы этих всех. Что я могу сказать? Мудрили, мудрили, что-то вымудрили. И
пора мне закругляться. За внимание всем спасибо, за поддержку. Записи будут выложены, первая часть тоже выложена. Но решил сегодня домучить, я не знаю. Если завтра желание будет, может быть, еще раз пройду, не знаю. Уж завтра вроде турниров никаких нету, чтобы постримить. Вот. Хотя, честно говоря, мне нужно осознать, что вот здесь происходило вообще, что вообще такое. Вот. Но я думаю, что самого главного достигает, в принципе. То есть поразмышлять есть над чем сюжет. Вот, так что... Так, что это такое? Это послезавтра этот турнир, Антох, начинается, а не завтра. Короче, ребята, увидимся. Всем спасибо. Приходите на стримы. Теперь у нас киберспорт впереди. Все-таки нужно и турниры какие-то стримить. Хотя чуть ближайших из игры вроде как не планируются. Но, ну, там, поре стримлю что-то в будущем. Может, куда-то и впишемся, посмотрим. Вот. Так что всем пока. Спокойной ночи. Еще там... Фух. Так, что там промотать-то? Короче, вот такие вот дела. Что-то мне уже и спать-то как-то не тянет, короче. Ну, надо, пора закругляться. Уже глаза устали, ребят. Всем до связи.